ножом, серии, то есть человек наносит там двойной удар ножом, выяснится это очень... Смотрите, первое, что мы, как всегда, да, мы встречаем вооруженной рукой. Он атакует, мы вооруженной рукой. Но второе, у нас нет на это времени. Поэтому, когда говорят, что перебор это ерунда, перебор это фигня, то есть вот в ножевом бою это, без этого ты не сделаешь. То есть если руки не работают быстро, то ничего не получится. То есть мы не сможем защититься. То есть чисто по боксерству вообще защититься невозможно. Атака будет, пройдет в плечи, ударит. По-любому, если ты стоишь в стойке, да, то есть ты будешь типа уж получать порезы, удары, уколы и так далее. Когда говорят, подставь руку, пусть тебе проткнут руку, но не шею, то есть следующий удар будет в шею. Так что тут даже говорить нечего. Вам когда-нибудь руки протыкали? Слава Богу. Тут только они протыкали и ноги, и руки, поэтому я знаю, что такое есть. Если мощно проткнут, то сразу осядешь. Если нет, на адреналин не заметишь. Это тоже нужно учитывать. Не, ну как силы отнимает. У меня был сильный порез был, прям как выкачали силу. Смотрите, у нас должны руки, я к чему говорю, что руки должны работать, они должны все перекрывать всегда. Первое движение, то есть вы видите, что убрали, мы делали подрез и контроль руки. То есть мы ударили по этой руке. И сразу вижу, идет удар. Но, в принципе, я заточен на атаку. То есть я заточен не на защиту. Не на фехтование, то есть ни на что, я заточен на уничтожение. То есть когда говорят, я еще раз повторюсь, да, когда там люди в спортивный живой бой привыкли, да зачем бить еще, вы когда вы там деретесь, да, зачем бить туда, зачем бить сюда, да вот уже по шее попал, да тут обоюдка. Бой! Бой, реальный. То есть ты будешь, почему людей режут 40 ударов ножом на живых, потому что начнешь шевелиться. Поэтому наша задача шевелиться. Попали в шею, пулеметная очередь отстреливает голову, а человек бежит в атаку, еще стреляет без головы. Поэтому за это время эти пули, которые без головы бежит, стреляет убитый человек, он может убить тебя. Также здесь я могу получить по шее и тут же его открыть в горло. Поэтому наша задача как бы работать. Еще раз говорю, наша задача атака, то есть на поражение противника. Итак, он бьет, то есть я уже на это заряжен. Но! Защита идет, опять еще раз говорю, так как мы ручки работают, она идет по умолчанию. Мы уже сейчас не делаем вот так. Нам это не нужно делать. Мы не тратим время, не теряем время. Мы атакуем сразу. И все. Делаем. Пятый и первый сектор. Сейчас двойной удар. И уходим. То есть мы. Все, и уходим сюда. То есть мы уже выходим для работы с другими противниками. Еще раз, порез контроля. Все, мы уже ушли. А палочка есть? Я сейчас хочу просто показать, когда со стороны люди смотрят, многие смотрят. Ну просто когда вот всегда говорю, не пишите комментарии, потому что это показывает ваш интеллект. Вот. Чаще всего комментариями делятся люди те, которые не понимают ни хрена. То есть легкий удар. Это будет удар по шее. Тот, который с виду, вот когда я на нем делаю, да, когда я на нем делаю, это кажется, что он делает? Что там делает? Вот он что там делает. И это не просто удар, я делаю порез. То есть я делаю порез. Порез, которым потом могу закончить. Поэтому еще раз говорю. То есть наша задача, вот эти движения, они для скорости и для конечного итога. А руки работают быстро, а тело усиливает движение. Да. То есть движение усиливается там ногами, корпусом, все мы что включаем. Поэтому еще раз говорю. Все, вышел. И мы уже выходим, все. От него. Поехали.